Венеция. С опережением в несколько часов. Да и двигаются они по обжитому тоннелю. Но я их догоню. Не имею права не догнать. Чё ты хоронишь-то раньше времени? Стрельба-то какая была! Стрельба! А теперь тихо. Заходи, а вдруг еще отбились? А то с чего? Этими тут не наторгуешь. Не идут тогда. Но придут еще. Подождем. А как вы думаете, они всех убили? Может и всех. А может и того хуже. Куда уж хуже. Там ведь и женщины были. Не знаешь ты, Яша, жизнь. Эх, дай тебе Бог и не узнать. Гранатами можно что стороны хочешь взорвать. Так что, пойдем. Не унесешь столько. Да что мы там намучаем вдвоем? Ну их там прижали, если мы сбоку зайдем и возьмем бандитов в оборот. Ну давай собираться тогда. Я вам дам собираться. Лап с детишек. Что же нам, бросить их? Пустите! Пустите, умоляю, не надо! Завали хлебала, сучка! Помогите! Помогите! Не верещи, не поможет! Тут нет никого! Короче, брателла, давай ты первый раз выиграл, а я пока на стрёме. Лады! Давай, сука, раздвигай ляжки! Пожалуйста, не надо! Не надо! Слышишь, казать, что ты кабинишься? Что тебе для пацанов жалко? Нет! Что-то... Что-то там. Ну чё ты там, мля, копаешься? Всё сто раз обшмонали уже. Не, ну чисто вдруг что осталось там, маслята или еще что. Ну барахла вон, мля, сколько, а вогли чисто протыкаем. Ну ты, мля, давай там шуши тогда в темпе. А ну чё ты? Пацаны, Катя уже поляну небось накрыли. Шевели поршнями. А хорошо сейчас, походу, хорошо, жирно. Ага. И мы тут вот, караван за караван. Мирно жизни, я тебе мирно жизнь. Думали, в большом метро жизнь сахар? Мы тут и без вас голоду пухнем. Ничего, скоро пашите сам. Чё за... Чё? Кому война, кому мать родна. Вот ты, а чё с этими тут дальше делать? Тут горстка... Это, походу, завязано. Мелко и пап. Брать, праздновать. Затянем сучару!
пацаны! Гранаты кидают! Развяжи меня! Я не могу больше, развяжи! Спасибо! Спасибо, брат! Я думал, все! Наших угнали все! Детишек! Женщин! Кто живой остался? Я сейчас! Я отгоню дрезину, сможешь проехать. Если ты за ними пойдешь, у них там ловушка. Я знаю, они говорили. На технической. Так что ты не спеша там. Не спеша. Если не покажется, значит гнилая тема какая-то. Тогда маяку. Понял, на. Вот тормоза. Чё они там угнездились? Thank you.
Бугор сказал, если шныря какого прощелкаем, бросит как суп. Все, мля, без базара, двинули. Че за ботва? Че за точилась?